Так, ну что, пойдемте там полазим, посмотрим. Бандитов поубиваем. Может, что вкусное найдем. Так, где мины? Тихо, тихо, тихо. Где? Так, справа где-то. Ой, слева точнее. Вон там враги у меня уже. Где-то здесь. Вон она. Так, кто здесь у нас? Красавчик тут у нас, да? Так, убиваем или что? Или... Да, убиваем. Че нам все? Опа, дробовик. Дробовик надо взять. Дробовик возьмем. Только поменять обратно. Так, поменяем. Так, на автомат. Дробовик нам еще там доделывать надо. Так, а что нам вниз надо, что ли? Так, здесь у нас выход. Выход на улицу, да, здесь у нас? Опа, опа! Их там много. Так, хорошо. Все забрал, вроде все. Так, тут что у нас? Тут у нас забор. Так, ну пошли вниз. Так, фонарик. Опа, нормально, запчасти, глушитель. Вообще супер. Так, а маску-то отдашь? Я же вижу, у тебя маска. Отдай маску, тварь. Блин, маску не отдает. Только пистолет. Так, смогу я сейчас поставить? Так. Так, 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 так. Лазерный прицел, сильно модифицированный лазерный прицел, повышает повышенной заметности. Собранный в специальный корпус. Хорошо. Так, здесь у нас так, приклад. Так, два ствола. Красный лазер поставим. Так. Короткий ствол с глушителем. Отлично. Теперь пистолет у меня с глушителем. А вот, кстати говоря, у меня же, да, вот эта фигня есть. А у этого не взять ничего, да? Маску вот эту. Так, ну, пойдем. Блин, я пойду все-таки. Хоть в щелку посмотрю. Да че ты как ребенок малый? Пойду еще гляну. Так ни хрена же не видно. Так, там два чувака. Ай-яй-яй, я застрял. Еще немножко приоткрыл, хоть краешек экрана видно. Так, где-то мина, что ли? И что там? Да непонятно. Да, сзади где-то. Пойду еще посмотрю.
О, мина, вижу. Делать им нечего, мины ставить. Так, один тут. А тот куда ушел? Так, к автомату еще запчасти, отлично. Просто отлично. Так. Ох, там много, их там много. Так, будем убирать аккуратно тогда. Как-то. Как-то аккуратно. Так, надо... Что, пистолет с глушителем надо взять? Мне кажется, лучший вариант. Так, вон чувак сидит у нас. Получилось? Что-то получилось, да? А рюкзак не взять у него? А он еще спит, сидит. Так, лампочку потушим. Да, их много там. Пройти по периметру. Убирать половину. Сейчас, чего желаете-то? Так. А что-то такое? Слишком много тебе видно для глаз. Зачем снял? Все, музыка кончилась, кино не будет. Ой, там четверо прям, пятеро, ё-моё. Не будете кино больше, все. Кино закончилось. Тихо, свои. Так, сюда дверь не зайти. Так, мы прям шпионы. Так, что-то... Че такое, так не понял? Опа. Это кассета в эту проигрыватель. О, как. Может, поставить надо? Заменить. Посмотрим. Interesting.
Чё за интро-инструмент? Чё такое? Так, что надо пойти включить, попробовать им эту фигню. Так, что-то у нас лиса. Так, что-то я капитана где-то слышу. Явно. Пойду и включу новую кассету. Посмотрим, что будет. Сидят, ждут. Ну-ка. Посмотрите, что-то обучающее for a change. Города, побратимые Владивосток и Сан-Диего, связывают крепкие узы дружбы и сотрудничества. Вот это да. Сан-Диего. Военно-морские порты, но и крупные научные, культурные и политические центры, сыгравшие историческую роль в развитии своих регионов. Оба города имеют огромное экономическое значение не только для своих стран, но и для Тихоокеанского региона в целом. В наше неспокойное время, когда реакционные силы мировой закулисы, которые поднимают голову, мы должны приложить все силы к укреплению дружбы между Владивостоком и Сан-Диего. Мы верим, что дружеская поддержка и взаимопонимание обязательно придут на смену враждебности и недоверию в международных отношениях. И сотрудничество городов-побратимов, несомненно, является важной вехой на пути к этой цели. Так, Дэд, я скоро вернусь. Подожди еще немного. Что там? А ведь что там возмущается? Приходи потом, будешь от кудоха. Да чё такое-то, ёба? Я же говорил, нормальная стать! А чё они? Недовольны ещё. Так, вот это чё тут взломал, пойти залезть, чтобы посмотреть. Опа, 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 полева. Заточить бы сейчас чего, а то у меня брюхо к хребту уже прилипло. Тихо, тихо. Опа, тут музыкальный, класс. Ноты. Был Вася. Новая мелодия. Так. А, тут мелодии, да, собирать. Чем потом играть будет новую мелодию? Опа, еще запчасти. Great find. Вообще круть просто. Не зря зашел. Так, посмотрим. Система серийного огня. Система серийного огня и ствол стандартной длины, наиболее сбалансированная комбинация для боя как на ближней, так и на дальней дистанции. Единственный недостаток системы, она способна вести огонь только очередями по 3 патрона. О, как. Не, я думаю, не надо по 3 патрона. Ну, блин, урон мощный. Не, не надо по 3 патрона. Чересчур как-то. Так.
попробую на пианино сыграть им. Поймут они, не? Так, ну, ноту находил, не находил, ничего не изменилось. Так, найти дальше, глушить кого-то. Валить следующих. Поверху все. Так. Да чего такое-то? Пятеро там сидят. Здесь одного увидел. Пятеро в кинозале. Оп-оп-оп-оп. Чуть не спалил. Там фонариком светит, да? А, это вот кинозал. Тогда сохранится. Двое сейчас спят. Блин, двоих я не смогу сразу завалить-то. Наверное. Это подсматривает что-то. Что-то подсматривает, а? Подсматривает. Эх, все вам для нахраза, но накатить чисто как надо. А, один там, один тут. Блин, так я не пройду. Ит. Получится, не получится, попробуй. Это что? Не получилось. Вижу, давайте вы заходите. Блин, что там я вообще в лохмоте? Кидает автомат. Ладно, суть понятна. Сейчас просто перебью их нафиг всех, да и все. Да, пистолет что-то вообще не форчит. Что такое там? Ну, я слышал вроде. Ничего, бля, реально глюки. Да глюки. Сидите там дальше. Видел? Не видел. Ну и все, на. Ну и чё, на. Так, ну с оружием у них хорошо, тут нормально так.
Блять, мне такой верстак бы найти. А, о чем мне верстак? Я также могу собрать. Так, подсоберу, подровняю. Что к чему. Так, значит, там у меня остались 5 бойцов. Так, я не могу потушить? Блин, я потушить не могу. Там у меня остались 5 бойцов. Все, пойду глушану их. Так, посмотрим, что по оружию у меня. Что там еще за общести какие-то дали. А ничего, да? Ничего, что-то взял же. Так, ладно. Значит, идем с пистолетом. Глушим этих барбосов. Так, двое вижу. Двое. Трое, четверо. Пробуем, пробуем. Вот по... Прошу, проходи! Вот, тут ловить нехер! Валим! Куда валим-то? Куда-то убежал. Под люка. Я только начал. Конечно, не очень эффективно получилось. О, кто-то идет. Попал, не попал. Да не свалил я здесь. Ну давай, выходи. Еще желающие есть? Где кто у вас еще есть? Так, ты, да? Так, а этот убежал. Твой человек, которого я в голову стрелял. Видимо, не дострелял. Ты где там орешь-то? Ага, вижу. Чё там, чё спросил? Опа. Вот шапка чёткая. Мне нравится. Так, на автомат еще запчасти, отлично вообще. Все ли еще есть желающие? Так, можно автомат взять уже смело. А, так все, никого нет уже, что ли?
Ты где, Чурла? Тут? Так, посмотри, что-то. Тук-тук-тру-ту-ту-ту-ту. Где, где мина? Ага, вон там где-то. Чуть не влип. Так, здесь у нас... О, еще кассетник. Так, а сюда что надо вставить? Пойти еще кассету посмотреть, какую. Так, интересно. Так, кассеты у нас так, наверху были. Пойду посмотрю еще что-нибудь сюда. Так, отсюда снять я уже забрать ничего не могу. Не могу. Здесь. Так, где? Где было? Так, где было, где было, где было, где было? Кассета, кассеты. Вот. Могу я что взять? Блин, фонарик сел. Так, здесь я ничего взять не могу. Так, хорошо, что мне тату поставить? Тогда нечего ставить тогда. Тогда все. Выбор был или туда, или сюда поставить, может. Возможно. Тогда все. Что-то он опять пиликает. Так, что у нас по карте? Действие. А все, впереди у нас точка. Есть, и поедем туда. Так, как мне этот взять? Где у меня мина? Так, и спереди, и сзади. Тут мина где-то. Тихо, тихо. Одной миной меньше. Отлично. Где еще мина? Так, здесь у меня мин никаких, ничего нету больше, да? Или может есть? Что-то где-то пиликает, все пиликает. А что пиликает? А что пиликает, непонятно. Кто-то бубнит, все что-то хлюпает, бубнит. Так, где-то здесь мина. Вот ты нашлась, мина. Вот ты нашлась, это. А, вон она внизу. Ветер вижу. Все. Все мины. Кто там
пыхтит-то все. Кто-то пыхтит, пыхтит. Так, что, тут еще что ли? А, я эту-то не, то, что не взял. А там сзади остался. Ну и фиг с ней тогда. Опа. Нычка. Так, что-то у нас. Фанни. Будь моей женой. Фанни, будь его женой. Так, мне в этот дом надо. Он какой-то теплоход какой-то стоит. Да, видимо, туда, да, тротуарчик он ведет, вижу. Ух ты, блин. Да нифига я прыгнул-то. Ужас.